за моего младшего брата Райли и его пилотские удостоверения. Где? Где? Да! Где его носит? На кредитку папы. Мою кредитку. Боже, я не бился в буху с 20 лет. Нахрен отрубился! Держи дверь! Йоу, Джейсон, сюда, сюда! Дипсив, Джей! Я училку лучше! Да! Думаете, что вы спятили, да? А? Прыгайтесь с самолетов. Летайте, как птицы. Вы спятили? Клевая мобилка. Реально клёвая. Так, что у нас здесь? Грант. И Джейсон. Из Калифорнии, да? А? Надеюсь, папа с мамой очень-очень любят вас. Ведь вы детишки с виду очень ценные. И это хорошо, я люблю ценные вещи. Прости, что ты сказал? Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Окей? Только у меня здесь член! На меня смотри. Смотри мне в глаза! Эй! Урод! Смотри в глаза! Ты моя сучка! Я тут царь и бог! Заткнись, сука! Или сдохнешь! Что такое, Джейсон? Джейсон, что не так? Почему ты не смеешься, как в небе? Больше не смешно? Я тебя не радую. Знаешь, смысл в том, что там ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Но, брат, тут внизу. Тут внизу. Облом. Ладно, я спокоен. Я расслаблен. И ты, и я, и твой крутой брат. Повеселимся, пока ждем деньги. Перестань пугать заложников. Выйди и разберись с возвратами. Я надеюсь, что вы, овцы, прикольнее, чем ваши друзья. Та-дам. Пока. Приятного отдыха. Как? Сейчас. Позови. Что? Охрану. Давай. Эй! Сюда! Ты чё? Заткнулись быстро! Оба! Чёрт! Охренеть! Он мёртв! Вот чему учат в армии. За мной. Блять. Джей, ты как? Да, я в норме. Еще ниже. Верно. Чего мне врать? Ты ведешь себя как болван. Безумие. А родители у него богатые. Мы получим за него больше денег, чем за остальных. Взгляните! Это не жизнь, о которой я мечтал! Черт! Псы!
Ждем. Стоп. Тихо. Вот там все вынюхивает. Он как такой же не бил. Тихо. Ну его. Ладно. За каждую бутыль хорошего пойла ты получаешь все больше моего уважения. Бери шмотки и карту. И телефон тоже. На столе. Вон там. На связи. Эй, кто это? Идем дальше. Блять. Стой. Что? Черт, нам нужно убрать его с пути. Брось камень туда. Ладно. Тебе нужно отвлечь его. Интересно. Есть. Идем. Хорошо. Я иду. А, черт, чувак. Кто это? Марк. Черт, Грант, такого хуя. Охренеть. О боже, я не смогу, Грант. Джей, слушай. Мне не найти Лизу и Райли, и других без тебя. Соберись. Ладно? Ладно, извини. Серьезно? Я смеялся. Вы плакали, еще плакали. О, боже, как же их много. Черт. Это тут псих. Времена меня. Хоп, уже проехали. Сидим в номере. Слышим голоса, думаем, конец нам. А тут она заходит еще с парой подруг. Все ночью отвлекали. Прячься в кусты. Самое лучшее мое понесение. Это чертов кошмар. Чертов кошмар. Твоя любимая. Когда предохранитель снял... Нам нужно обойти его. Брось камень туда. Если у тебя есть эта пушка, можешь приставить ее к чьей-нибудь голове, и он сразу поймет, что ты очень серьезный человек. Все. Пошли. Ладно. Где мы? Не надо было прыгать наугад. Я обещал отцу, что пригляжу за вами. Тут есть где Релли? Мы с тобой найдем его и освободим остальных. А потом домой. Нет! Не умирай, Грант! Опускаешь меня? Прошу, не умирай! Держись, Грант, держись! Нет! Грант! Грант! Не, респект тебе! Даю 30 секунд. Если не джунгли тебя сожрут, то я. Ты, бля, оглох! Давай уёбывай, сука, беги! Беги, Форест! Беги! Беги, Форест! Беги! Блядь! Блять! Твою мать! За ним!
Остальных. Пусть они будут живы. Я нашел его! Черт! Боже!